Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что, давай посмотрим, что у нас тут. Так, плюс 4 единицы здоровья герою, нанесите 20 единиц урона героям травяным кулаком. Ну, по поводу здоровья, я так понимаю, тут лучше всего сыграть, скорее всего, нам за орех. Ну, если нам надо восстановить здоровье. Ну, а потом травяным кулаком. Если получится, конечно. Посмотрим. Это что за колода такая? Что-то не понял я. Начинается, блин. Начинается, друзья мои. Ладно, пускай бомбит. Ух ты. Не знаю, кто там у него. Сейчас проверим. Ага, понял. Такие, друзья, пироги у нас тут получаются. Он над грубей прячет. Ну, прячь. Такс. Поставим защиту на всякий случай. Достанет же, а? Допустим, погнали. Кровожадность. Едем дальше. Пятьдесят расставляет, я понял.
Вот так вот, погнали. Довольный, счастливый. Все, надеюсь, на этом. Хорошо идет. Погнали. Все. Поиграл, как говорится, и хватит, да? Ну что, я думаю, что выполнили мы задание. Так, нанести 20 единиц урона героям травяным кулаком. Вот это будет для меня, ну, немножко сложновато, потому что, ну, травяной кулак, ребят. Так, давай поудаляем тут колоды все ему. Будем что-нибудь создавать новенькое. Что-нибудь новенькое на том, что у нас есть. Что у нас есть? Ни хрена у нас нету. На чем тут можно выиграть? Сыграть, точнее. Травяной кулак на орехах. Как тебе такая идея? Фигня полная, да, по-моему? Полная ересь. А на чем тогда? Слушай, ну, наверное, на орехах все-таки, ребят. У тебя же есть зеркальный орех? Нету? Блин. Нету зеркального ореха. А, есть, есть, есть. Ну, это, наверное, бред. А вдруг не бред? Вдруг сработает, ребят. Надо пытаться. Надо что-то пытаться сделать. Ландшафты. Ландшафты, наверное, надо, блин, я не знаю, кактус возьмем. Три кактуса. Могила ед. Возьмем, наверное, тоже парочку, да? Бананчик. Ну, такое себе, да, на самом-то деле. Ну, тем не менее, надо смотреть, ребята, что получится. Я, честно говоря, не знаю, на чем травяной кулак вообще играет, если честно. Он в основном... Нет, это капитан Огонек усиливает на этот... Разгоняется. Здесь все немножко по-другому. Ну, не знаю, поехали, попробуем. Ну, если я возьму кактус. Орех. Орех.
Блин, ну ради одного что-то как-то не особо мне хочется, если честно. Ага, ага. Перемещаешь, перемещай. Ну давай, сделаем так. Погнали. Угу. Отлично. Ну, лицо, конечно, получим, но ничего страшного. Тюнс. Так, дальше что нам делать? Блин, два зеркальных ореха выпало мне. Я вот так вот поставлю. Могилка. Танцулька, да? Такс. Давай посмотрим, кто там у него. Вот ты какой жучара. Ну, тогда понятно, ребят, тут тогда мы проиграли. Еще ведь подумал, думал, надо уничтожить могилку, думаю. Но не стал. Но не стал, друзья. Так, 250 энергии получили. Создайте удобрение, нажмите на него в коллекции. Создайте удобрение. Блин, подожди, давай что-нибудь другое придумаем. Что-нибудь, что ты тут другое придумаешь? Кактусы 3, ландшафты. У нас ландшафтов мало. Всего 2. Ладно, фиг с ним, пускай будет. Да, в принципе, можно было бы и эту катку выиграть, если бы я уничтожил все-таки первую могилку. Надгробие первое. Тогда бы этот не появился и не было бы тройного урона, так скажем. Ну, тут ты сам видишь, кто у нас. Ржавый разряд собственной персоны. Давай так сделаем. Проверим его на вшивость. Ну, я имею в виду на баллон и на подобие. Вот, видишь, камень есть, отлично. Проверяем дальше. Угу. Так, ну он же может понизить атаку, насколько я помню, да? Может. Поэтому поставим сюда. Допустим. Угу. Вот так вот сделаем.
И вот так. Да ладно. Окей. Еще что ли у тебя один камень есть? Я сомневаюсь, если честно. Утягивает он две карты. Так. Что он там может сделать? Давай, наверное, вот так сделаю. И вот так. Надо было... Медик. Ну, медик так медик. Бонусную атаку. Окей. Прикинь, у него сейчас флакончик будет. Вот будет весело. Нет, нет у него флакончика. Восстанавливает 6 единиц здоровья. Ага. Сдался. Понял, на чем он захотел выиграть. Вот, ребята, заклинашки и, соответственно, куробойщик. Так, нанесите травяным кулаком. Нанесли. Ой, я даже не знаю. Ну, вряд ли я возьму, конечно, сегодня 34-й. Хотя хотелось бы, на самом деле, взять. Ребят, ну давай попробуем за... За наш... Неповторимый орешек в доспехах. Правда, 19-й ранг против нас. И это к тому же... Угу. О, блин. Здоровски. Здоровски. Только нормальные карты выпали на тебе. И на тебе. А сейчас какой... Ну вот, ёпрсете. Разрядик ржавый. Ржавый. Такс, я думаю, тут надо все сохранять. Абсолютно все, ребят. Единственное, что нету хила. Мне хил не достался.
А мне не достался здесь хил. Чё ты там это дергаешься, я не пойму, дергается он. Если поставлю цветок, 100% я тебе говорю, у него будет. Ну, чувствую, я, конечно, проверю, но мне кажется, что у него будет валун. Быть такого не может. Опа. Опа. Ты гляди, что вытворяет. Ты гляди, что вытворяет. Ага. Валунчик-то у него был, ребята. Ну что ж, ладушки. Пум-п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 ум. Давай так сделаем. Надо, конечно, чуть-чуть. Тан-тан-тан-тан-тан. Ну что будем делать, друзья? Вот так и вот так, наверное, да? Валунчик, окей. Ландшафтик у него, а? Сохраняем. Ну давай посмотрим, что у тебя там. Перемещает. Переместил. Так. Посмотрим. О, кто у него тут? Конфетка. Давай, 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 прокачивай, прокачивай. Ой, не поздоровится ему потом. Угу. Вылез медик. Что, будем ставить, наверное, цветочек, да? Да, будем, наверное, ставить. Угу. Давай так сделаем.
Давай, поехали. Ну и все. Друзья, его песенка, по-моему, спета. Мне так кажется, конечно. Как ты думаешь? Блин, единственное, нет, не спета. Сколько там? 4 выше. Поехали. До свидания. Родной ты наш, родной. Ну все, ребята, что хотел, то и получил. И уровень получили, и ежедневки сделали. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.